Вдоль Ленинградского проспекта в Москве, между станциями метро «Аэропорт» и «Сокол», стоит высотка, похожая на знаменитые сталинские. Это «Триумф Палас» – жилой дом. Строился он с 2001 по 2006 год. В 2003 году дом вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое здание Европы. Высота дома – 264 метра. Это равно высоте 10 девятиэтажек. В доме 61 этаж. Высотка состоит из 9 секций разной этажности. По периметру дома расположены 5 контрольно-пропускных пунктов. Работает контрольно-пропускная система. На первых этажах здания располагаются общественные помещения. Это салоны красоты, клиника «Сокол», несколько стоматологических клиник, банк, автомойки, шиномонтаж, химчистки, фитнес-центр премиум-класса World Class с бассейном. Выше – квартиры и пентхаусы. «Триумф Палас» стилизирован под сталинские высотки. Роскошные люстры, высокие своды, большие пространства – все это напоминает старые дома. «Триумф Палас» входит в рейтинг зданий с самыми дорогими предложениями в аренде в России. Купить квартиру здесь сейчас стоит от 51 миллиона до 390 миллионов рублей. С самых верхних этажей открывается прекрасный панорамный вид на город. В архитектурном сообществе «Триумф Палас» стал объектом широкой критики. Отмечались недостатки проекта в сравнении со сталинскими высотками, а в частности, неудачное расположение здания торцом к Ленинградскому шоссе. Центральную башню комплекса венчает шпиль сложной конструкции высотой 53 метра. Его устанавливали с помощью вертолета. На самых верхних этажах центральной секции расположилась гостиница «Триумф Палас Бутик Отель» с полноценными номерами, с французскими окнами, с мини-баром и даже видовой ванной. Стоимость проживания от 10 тысяч рублей за ночь в полулюксе. Во внутреннем дворе дома есть яблоневый сад. Он располагается над техническими этажами и паркингом. Не всякий дом может похвастаться таким чудом. Весной деревья покрываются бело-розовыми цветами, и выглядит это очень красиво. А осенью можно собрать урожай яблок. Хозяйственным и техническим обслуживанием дома здесь занимается огромный штат персонала. В доме современная система охраны и жизнеобеспечения. Во всех подъездах работает служба ресепшн. Социальный и возрастной состав живущих в доме очень разный. Высокая стоимость квартир в «Триумф Паласе» сама по себе определила круг его жильцов. Аренда квартир в этом доме востребована и популярна, потому что у дома удобное расположение, развитая инфраструктура и наличие поблизости многих достопримечательностей. Thank you.
подземной части комплекса расположен 6-уровневый паркинг на 1330 машиномест. Через паркинг можно попасть из одной части дома в другую, не выходя на улицу. Это сеть лабиринтов. Человек, который несведущий, он может здесь заблудиться. Также сам дом и его территория являются отличной площадкой для съемок телесериалов и художественных фильмов.